на улицах города. Блок новостей, и с вами я, Джессика Адамс. Сегодня особый день для правосудия. Убийце и международному преступнику Чарльзу Джерика должен быть вынесен приговор. Арест произвел офицер полиции, чье имя пока не называется. Он же собрал доказательства причастности Джерика к 17 убийствам, контрабанде и торговле наркотиками. Сегодня праздник. Федералы выгуливают меня по всему городу. Так, решено? Решено все, кроме цены. Я даю 20. Руфус, это не смешно. 25. Я тебе потом напишу, чем пахнет воздух свободы. Я хочу 30. Тебе тут еще 30 лет сидеть. Всего-то 30 миллионов. Выбор-то простой. Идет. Ну что, мистер безымянный полицейский, ты попал в новости. Поздравляю. Так, может, хватит на сегодня? Ну что, Джон, что скажешь? Джерика стрелял мне в спину. Многих наших положил. Это мое дело. Тебе надо расслабиться, приятель. Ты же слышал, сегодня Джерика посадят. И все, ты можешь гордиться. Ладно, ты доволен? Знаешь ты, напарник, может, ты прав. Мы переключаемся на камеру с нашего вертолета и видим, как конвой выезжает в город. Полиция оцепила все улицы по пути следования машины в здание суда. Мы вернемся в прямой эфир через 5 минут. Оставайся на месте. Пошли по пиву. Ха-ха! Я угощаю. Черт возьми! О! Ах ты, зараза! Сорок А-30. Мы едем на помощь ребятам, попавшим под обстрел с треклятого вертолета. Фургон 3-0, прием! Нужна срочная эвакуация! Быстро, быстро!
глазам своим не верю! 40А30, идем на восток по Фримонту. Преследуем Джерика. Пришлите подкрепление. Я должен был тебя послушать. Черт, я идиот. Посмотрим, кто из нас больше идиот, когда возьмем этого гада. Tanner. Yeah, that was the plan. Hey, он смылся туда. Я вижу. Где он? Ха, он сзади! Гони же! Ну, ну! Actual, this is 40 out of 30. We need backup, now. Hold on! Ah! Damn! Son of a bitch! Где дефибриллятор, Рэй? Давай, Джон. Возвращайся к нам, друг. Заряд 250. Джон, не вздумай меня бросить. Разряд. Таннер. 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 Черт. Чувак. Я представить не могу, как мы уцелели. Я знаю, где он. Что? Слушай, забудь, тебе надо в больницу. Он нас опережает. Ты в порядке? Да, супер. Вперед. Черт! Он скрылся. Как он умудрился? Нам надо. Эй, все в норме? Потише, у нас там парень не в лучшей форме. Слушай, Рэй, ты что делаешь? Зачем остановился? Что за черт? Я в скорой помощи? Кончай дурить! У нас пациент с черепно-мозговой. Больница там! На улицах города ты ас, Рэй! Я Рэй. Давай, Рэй, педаль газа у тебя справа! Я Рэй. Да, ясно, я понял. Куда, напарник? Что, черт возьми, со мной творится? Ты водитель скорой, давно без выходных и заработал себе стресс. Что еще спросишь? Да. Как же меня угораздило. Ты делай свою работу, как вкалывал все 8 лет. А про аистов потом поговорим. St. Giles is our best bet. Which way? You cannot be serious. Yeah, I mean, no.
St. Giles, yeah, you got it. Always the damn comedian. Now drive! Look, pal, driving, I can do. Keep it up. It's just a couple more blocks. You say so. You ain't ever driven like this before. This can't be real. Hey, hey, listen to me, Ray. I know we've been pulling some crazy hours lately, but you've got to focus until we save this guy, okay? Nice driving, Ray. What's gotten into you? Nice work, Ray. You were like a man possessed. Oh, God, what's happening to me? Do it again? Do what again? I mean, did I do it, or... Hey, that's my car! Jones? Jones! Из них я бы выбрал автосалон в трех кварталах отсюда. Помнишь его? Уж если Джерика объявится, то, скорее всего... Джонс? Джонс! Чего? Это я. Вернулся. Чего? В смысле, откуда? Забудь, я в норме. Точно. Уверен? Тебя все-таки там крепко приложило. Может, прокатимся в больницу? Не, что ты там говорил? Про автосалон. Ты прав, это наш лучший вариант. Черт, это единственный вариант. You ever notice that billboard, Jones? Like falling off a log. Into the sky. Okay, just pick another car. I gotta do this. I can't just float around like this forever. All right, I'm okay. Maybe try something with a passenger. Talk to somebody.